И на тебя как бы. Ну, Ира, например, да? Тоже с ним параллельно работает. И он вроде со мной, а потом раз и ушел в Киев. Раньше мне это дергало. Ну, вот я помню, когда с Фортуны началась вот это вот. То есть они работали со мной, а Фортуна, как это сказать, переманивая их к себе, дала им цену, по которой беру я. Я говорю, Лена, вот вам какая разница? Вот какая вам разница, кто деньги получится? 1,2, да? Вы получаете от меня. 1,2 вы получаете от, теперь от него. Я реально подавал 1,35, я нормально беру. Ну возьми его, да? На базаре теперь продаю, там точно будет один. Точно такие же модели. То есть ситуация приблизительно такая, да? Я говорю, вы что вы сделали? Вот по деньгам вы говорили, что вы ничего. Просто, ну да, я говорю, я перестал зарабатывать. Я говорю, ну что, у нас получится отношения. Я говорю, нет. Ну, и я как-то сначала, ну, как бы дергался. А теперь я так перестал дергаться, потому что мне плевать. Отсюда деньги приходят, они как-то приходят и приходят. Что-то где-то потерял, где-то заработал. Ну, вот сейчас так вот стало. Честное слово. Я понимаю, но эти мнения, которые мы о них думаем. Спасибо. Спасибо, я тоже буду о вас думать. Я тоже о вас думаю. Главное, старайся, то есть мне в принципе по барабану, как говорится, старайся кофе. Нет, потому что реально, и ты можешь на этом будущем заработать.